Всем привет моим дорогим зрителям, подписчикам и всем моим друзьям канала и моим собственным. Рада всех видеть, всех приветствовать. Посмотрите остатки от моих вещей, которые мне надоели. Вышивки от вышивальной машинки. И посмотрите, вот у меня курточка такая для моей малышки. Старшая сестричка ее носила с года. Она 5 месяцев, а она, видите, с 6 до 12. Ну, такая она у нас барышня крупная, вся в папу. Поэтому нам ее уже пора одевать. Но мы решили ее развеселить, эту куртку. Она какая-то грустно-печальная. А у нас есть джинсики с вышивкой. И вот кручу-верчу. Сначала хотела вот такие свои штампики прицепить. Видите? Ну, я в смысле хотела отпечатать вот этот штампик. Я хотела отпечатать, разрисовать и расшить. Но потом решила, что для такой куртки как бы это простовато будет. К этому я вернусь в каком-то другом видео. Мы с вами чего-нибудь пошьем. У меня много наштамповано уже. Но не знаю, куда этот кусочек приспособить. Какую-то косметичку, может, пошью. Так вот. Эти хороши, но очень бледненькие. Видите? Это на более взрослую вещь тоже. Вот крутила-крутила. И вот сижу и думаю, как бы мне... Наверное, вот так вот. Не идет. Не бьется. Буду что-то добавлять. А уже на спине размещу вот эти, как-то подумаю. Использую, не использую. В рукава лезть не буду. Вручную мне не хочется, а на машинке я не влезу. Очень узкий рукав. Поэтому приглашаю вас разукрасить нашу курточку, развеселить грустную курточку вместе со мной. Ну вот, на общем собрании, общими усилиями мы решили, как это будет выглядеть. Раскололи. Не смогли расстаться ни с единой картинкой. Поэтому теперь осталось только все это красиво пришить и все соединить одним смыслом. Надеюсь, все хорошо видно. Смотрите, показываю еще раз. У меня внутри серая подклада. Максимально постаралась подобрать цвет нитки. Все приготовила, забыла поменять лапку. Прошу прощения. Переставила лапку. Ну, надеюсь, моя машинка пройдет эту толщину там. Не так толщина, как плотность. Сначала надо прихватить все по контуру. Хочу отрезать ниточку, не могу найти. Как раз для моих любимых хейтеров, которые мне расскажут, что я бегаю по всей комнате, ничего не приготовив. Они всегда знают все лучше нас, наши любимые хейтеры. Вот так будет лучше. Надеюсь, все видно. Смотрите, гораздо правильнее, если вы проходите аппликацию по каким-то центральным позициям, а потом уже начинаете ее всю прошивать, видите? Как же мне так сделать? Я думала, все одной ниточкой пройду, и все будет чудесно и великолепно. Не тут-то было. Я смотрю, что придется менять и ниточку по цвету. Потому как очень хочется, чтобы было красиво, а не просто как попало. Поэтому буду и ниточку менять, чтобы проходить все позиции красиво. Нормально идет ниточка. Нормально проходит иголочка. Надеюсь, я не очень загораживаю пальцами. Thank you.
стараться по толщине не проходить. Стараться выбирать самые проходимые, как бы сказать, места. Будет меньше рваться нитка, меньше ломаться игла. Будет более аккуратно смотреться аппликация. Я, конечно, хочу закрыть как можно сильнее все эти контур обрезки. Ну, вот так. Максимально. Как я смогла это сделать. Потом еще буду синим прошивать. Сам цветочек. Давно я уже не делала аппликации, но руки уже помнят. То, чему руки научились, они уже как-то помнят. Уже проще, чем было раньше. Симпатично. Кто не любит болтовню, можете отключать звук, а не писать много болтовни. Я у себя на канале как дома, поэтому простите. Свое мнение можете высказывать. Свое мнение можете высказывать у себя дома. Поэтому болтаю как хочу, шью как хочу. И посматривать, чтобы ниточка не порвалась. Это я вышиваю шелком вышивальным. Может, конечно, в любой момент у меня порваться. Вот, смотрите, начало положено. Надеюсь, все хорошо видно. Начало положено. Сейчас я сначала пройду всю зелень.
На все куртки. А уже потом будут цветные выделять моменты. И видите, как гармонично получается. Не так бросается в глаза, что эта аппликация нашита отдельно. Будет смотреться так, как будто бы это вышивка по куртке. И будет заработана, видите, вся плоскость как можно больше. Я хочу, чтобы вышивки было как можно больше. Особенно на видимых местах. Поэтому, возможно, я сейчас что-то там еще продлю. Ну, вот так вот.